10 часов утра, а уже так жжет. Вода прекрасная. Хочу подальше зайти и поснимать. Вородера, 5 сентября. Прелесть. Сегодня 5 сентября. Я снимаю прекрасный пляж Вородера. Снимаю для вас, мои друзья. Океан просто волшебный. Сейчас я попробую подальше зайти.
благодать. Сейчас тучка набежала, солнце маленько спряталось, стало лучше. Время 11 часов утра. Так, ладно, дальше не пойду, а то без телефона останусь. Подозрительное спокойствие установилось. Сейчас накат волны пойдет, я сниму. Океан успокаивается. Завтра, наверное, будет совсем гладкий. Несколько дней назад циклончик пришел из Майами. Вот, а теперь уже все хорошо. Из воды можно вообще не выходить, она очень теплая, я не знаю, сколько она градусов. Но судя по тому, что мне можно часами сидеть, не знаю, может градусов 30-29, я думаю, не меньше 29, потому что я не ощущаю разницы между воздухом и водой вообще одинаково. Сейчас самая теплая вода в году, август, начало сентября, теплее моря здесь не бывает, океан вернее. Атлантически до Флориды 90 миль. Дышится хорошо, свободно, когда дует с севера. Ладно, всем пока. Буду снимать еще. Океан всегда разный здесь и по цвету. И вообще. Положу телефон и буду купаться. Да, тучка вовремя набежала, потому что без тучи жжет просто как утюгом, хотя время 11 утра.
Друзья, я снимаю Атлантику для вас. Сегодня 5 сентября. Варадеро. Друзья, я снимаю Атлантику для вас. Куба, пляж Варадеро, 5 сентября. Примерно 11 часов утра. Мне говорили, что почему нет людей. Вот я нашел вам людей. Хотя я люблю снимать более пустынные места. Это пляж в районе отеля Isla Sur. Я просто без ума от этого океана. И цвет, и вода теплая, и она не такая соленая, как многие другие места. Вообще мне на Кубе очень нравится, по многим причинам. Посмотрите, какая красота. Какой цвет океана. А какой он теплый. Я вообще не ощущаю разницу между температурой воздуха и температурой воды. В этом океане, вот сейчас, вот в начале сентября, можно сидеть весь день, и ты не замерзнешь. Температура 30 градусов, скорее всего. 30-ка, наверное. В это время самая теплая вода в году. Август, начало сентября. Солнце опять выглянуло из-за тучи, опять стало жарко, как утюгом. До того оно жжет, как утюгом. Лучше, конечно, когда облачко. Пора идти за фруктами, потому что после 12 будет их мало там. Рынок открывается в 7 утра, работает до 4, но лучше идти вот до 12 часов покупать. Рынок в Санта-Марте. Если знаете испанский, будете хорошо покупать по хорошим ценам, как я это делаю. Например, одна гуава, 1 песо национальный, это 3 рубля за штуку. Если не знаете язык, будете дорого покупать. За куки. Один кук – это 25 национальных песо. Он приравнен практически к евро. Хотел снять короткое видео, но вот не могу оторваться. Не могу нажать стоп. Просто рука не поднимается. Нажать стоп.
Ладно, всем пока. Если нравится, ставьте лайки. Если не нравится, пишите почему. Пока. Dice mi mamá, me conté que hay que esperar a que se coma la comida. Ustedes sentaron todos mirando, pero están viendo otro paso, papá. Все-таки какой красивый океан. Куба, пляж Фарадера. Район отеля Исла-Суль. Пятое сентября 2019 года.